Накануне Дня защитника Отечества на площади Победы проходит акция «Служба в рядах вооруженных сил Российской армии по контракту «Твой выбор», где представлена экипировка Российской армии, а также подробнее можно узнать о преимуществах военной службы по контракту. Сегодняшнюю акцию проводит пункт отбора на военную службу по контракту по Рязанской области совместно с воинскими частями Рязанского территориального гарнизона. Они представили вниманию жителей Рязани различные образцы военной техники и вооружения, поэтому людям есть на что посмотреть и что подержать в руках. Также вы можете прямо здесь заключить контракт на прохождение военной службы. Ее преимущество заключается в том, что военнослужащий по контракту имеет полный социальный пакет, в который входит медицинское обеспечение бесплатно, вещевое обеспечение, также продовольственное обеспечение и переезд. Сам я служу уже 9 лет. Я никогда не жалел то, что я выбрал службу в вооруженных силах Российской Федерации. Мне всегда нравилось еще с детства военная форма одежды. У меня, так сказать, я из семьи военнослужащих, у меня династия военной в семье, поэтому я выбрал свой путь в вооруженных силах Российской Федерации. Многих жителей нашего города привлекла эта акция, и они с любопытством подходят к выставочным образцам, где им попутно рассказывают обо всех преимуществах контрактной службы. Вы знаете, это радует. Я думаю, что это будет привлечением для нашей молодежи, которая обязательно будет стремиться к армии. Нет, не служил. А планируешь? Да. По контракту или? Ну, если возьмут. Я хотел бы всем гражданам Российской Федерации, которые проходили военную службу либо по призыву, либо по контракту, которые сейчас проходят военнослужащие, хочу пожелать вам крепкого здоровья, чистого неба над головой и всего самого наилучшего.